Так, ну что ж, друзья, всем привет. С вами Кланки. Продолжаю для вас комментировать матч Комплексе против MBR? У нас э, ночное время 7 часов. Не знаю, ребятки, тут только-только у нас. Э, сейчас. У нас тут перестрелка. Блайк. Мы видим, BR очень неплохо ее принимают. В общем-то, не говорю очень долго. А я не буду. У нас начинается вторая половина, вторая карта, вторая карта пик выбор. Выбор команды Complexity Инферно у них же сегодня сегодня играли, как вы помните, и Инферно не играли неплохо против ATK, ну, конечно, не лучшим образом, да, ожидалось, что они там развалят своих оппонентов без шансов, но у комплексити возникли небольшие проблемы, так что пришлось побороться, ну и в той борьбе Complexity все-таки заработали победу, в чем они тут у нас против МБР и оказались. 2-0 они выиграли. MBR своих оппонентов 2-0 выиграли, и сейчас борется на Инферно, И как мы видим, Халзерк остается последним с остановленной бомбой. Не очень получается, все-таки в этом раунде у комплексити, но бомбу поставили. Деньги будут форс. Увидим, что будет происходить? да стреляют на, на как на балконах. Да, 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 так и произошло. Ну, причем, вот как раз потеряли двух игроков там, и получилось, что за счет этого отчасти большинство команды Мибор и То! Uh, да, в два игрока оказалось, ну, возможно, критичным. Скорее всего, именно так. Куча грантов у нас uh, набросали. Есть, как мы видим сейчас, Force Around от комплексти, Закупаются сейчас двумя калашами, двумя галилами. И также появляется Дигл. Четыре uh, вторых армора гранаты для GT и GT у нас пока никуда сильно-то и не спешит, как я посмотрю. Занимает свои позиции, не спеша. Гранатами здесь уже отбрасываются игроки Мамибор. Пейн камбэкнули победа? Не, ну Пейн, может быть, в параллельном матче камбэкают, но в матче против Complexity камбэкнуть у них не получилось. Ну, до своей победы, имеется в виду. Они там даже в какой-то момент, возможно, на второй карте вели, но это было недолго. Инцени в это время у нас с МПшкой пытается принять сейчас выход именно на ребрах. Фэнк это все дело замечает, оставляет мало хп, но там вроде как Грим э, и GT пока страдают. И флешка, как мы видим, очень четкая вылетает от Эксит. Слушайте, ну Мибор сегодня такое ощущение играют, ну, намного лучше. Там писали о том, что Complexity может быть подустали, но если так посмотреть, Мибры играли практически такой же матч, как Complexity даже закончили чуть позже. То есть у них был дольше, пауза была дольше и все такое, но в итоге они оказались в этом матче, и то, что там какая-то усталость якобы у команды Complex, я бы сильно, честно говоря, не говорил. Так, вообще прошли все-таки через арку игроки комплексити, сделали два минуса без потерь уже оставшихся игроков и заходит на Б-план, где у нас Брюдзан, который контролирует все-таки какого-то люркера, ожидания там с того же самого банана, но этого не произошло, за гробами перестрелка была, МПшка от НЦ не выигрывает себе Uh, первую голову, дальше пытается заметить счет. Тертл очень четко на самом деле поддерживает своего ультимейта. Командная игра у Мибер прям зашкаливает. Я так смотрю. Хелзерк, правда, у нас ситуация один в один. Ну, uh, он, в принципе, один в один остался и в прошлой, да, в прошлом раунде. Но, как видим, Брензан здесь все-таки тоже справляется. Три килл от него и раунд для Мибор. Как же не везет немножко. Ну, не то чтобы не везет, не идет стрельба под конец, не идет в таких моментах, когда нужно вытягивать клатч И в итоге Мибор у нас уже забирает два раунда в ряд Ну, так как это пик команды комплексе, да, действительно, в защите они будут играть лучше Но, опять же, то, что не дают пистолетку, и то, что не дают такой раунд, это уже, ну, неприятно при этом комплексе у нас не прекращают закупаться за счет того, что они все-таки сделали бомбу в первом раунде, поставили бомбу во втором раунде, решают все-таки продолжать э, давить э, пытки, давить экономические, да, форсы закупать и играть того, чтобы как можно быстрее вернуться в игру и начать набирать свой счет и тем самым сломать экономику для Мибор. Ох, боже мой, как же тут долго отходит Я еще <laughs> все время СМИ <laughs> с того, как долго после попадания в голову отходит игрок, якобы, да, камера отходит. Это просто выглядит, как будто там вообще его очень серьезно помотало. Ну, хелзер кстати, на 17 хп, не 30. Пока оба живы, все живы на карте. И только сейчас будет начинаться потихоньку выход. Но тут Хени, Хени с Авп. Не знаю, если его только снести получится. Может быть каким-то моликом его все-таки прогонит. Но там опять же пытается готовиться флешка, пик, брензан молик. Ну да. То есть игроки пытаются провернуть тот же самый раунд, тот же самый момент, фишку. Ситуацию, которую они показали у нас в прошлом. раунде но в этот раз уже как мы видим мы ушли молик вообще залетел кстати не, не, в никуда такое ощущение летел просто в воздухе остался но выход у нас все-таки будет ва и так как ситуация 5-5 здесь уже нужно разбираться и кто кого GT, флопи великолепно проходит короткий грим также сносит эксита. и похоже у нас мибор в этом раунде все-таки прогадали Да. Законтролировать банан не получилось, и комплекси в атаке берут очень неплохой раунд на Аплэнте Причем пока что даже без потерь. То есть бронзовый хейни было бы найти просто замечательно, чтобы выбить из них все девайсы. И получается, что вот, ну, если бы они выбили девайсы, то вообще ситуация была бы в плюс комплексите по экономике. Ну, если бы они сами, правда, девайсы девайс не теряли. Ой, брынзан пошел. Боже мой, брынзан сам пошел искать кого-то, либо же просто остается на спокойный сейф. Да. Причем, кстати, его там, по-моему, слышали. Он оппонентов слышать должен был. Троллирует спину, брынзан открываться здесь не будет. И два девайса Мибур уносит себе в следующий раунд. Ну, они только с ними и будут играть. В же у нас вроде как со своими пятью девайсами могут спокойно оставаться. Армор есть, гранат только закупать и с этим гранатами уже играть. Да, раунд получился очень чистый и предыдущий для кол. Летят пока, пока что у нас флешки. Летят у нас также хаешки, GT. О боже мой, выход у нас просто банан и эксит с 5.7 в смок в голову сносит GT. Ну смоки, прострелы тоже у нас хорошо работают, как я посмотрю. Они недостойно играть на мажоре. Ребят, если что, это не мажор. Они играют квалификации на АИМ Бразиль. Бразиль. Это же просто Intel Extreme Master Spring 2023. У нас, кстати, Мибра забирает раунд. А, вот, поэтому пока о мажоре речи не идет. Мажор будет позже. А, вот. Ну, а так они пройдут на этот турнир. Он будет проходить в Бразилии. Пока еще, кстати, не ясно где. А, с 17 по 20... 3 апреля, 6 дней он будет длиться, 250 тысяч долларов, и первое место зарабатывает Сотку. И также получает слот на ESL uh, One Кёльн или МКёльн 2023. Комплексити сольют, но пока, как видите, у них не получается все-таки. То есть они взяли череду, можно было сказать... Неудач сначала, потом все-таки один из форсов у них прошел. И прошлый раунд, который должен был у них неплохо получиться, но против двух девайсов не справились, посыпались, пистолеты, смоки и гранаты задушили. И в итоге комплексти проиграли раунд. Теперь они сами без денег, ну а их, их оппоненты, как мы видим, были с девайсами. Михени, правда, уже без девайса, где-то лежит. Но все остальные игроки Мибор вполне боеспособны сейчас. И по гранатам имеют неплохой запас для того, чтобы еще немного поддержать комплексити от выхода на пленты. Не очень хорошо получается у Тертла. Погибает он от флопи. Ситуация в большинстве для комплексити 5 в 3. Такое проиграть нежелательно, не хотелось бы. Тут у нас, кстати, GT еще проходит брензана, ну и молик. Молик у нас здесь на атаку, хаешка. Тут же сейчас еще залетают гранаты, тем самым пока что в пытается навести шороху. А Инсени в это время может спокойненько пока играть пода но Ну, его одного вряд ли здесь хватит. Хотя будет контролировать короткий. Выход. Выбил бомбу. Нужна перетяжка. Нужна помощь. Нужна помощь, если бы еще SGT справился, было бы просто фе феноменально, но этого не произошло, и эксит у нас остается вообще на бэпленте, ожидает какого-то люркера, чтобы вот тут сейчас не поджали, его не забрали, девайс не потеряли. И комплексы ставят бомбу. Это еще один раунд для них. Вот как же у нас раундами идет размены на комплексе. Мибер, мибер, комплексе, комплексите. Сейчас раунд берут. И это 3-2. Ну, на своем пике все же должны уверенно себя чувствовать. И насчет усталости, я думаю, все-таки это только у меня там и у некоторых зрителей. Может прослеживаться те, кто очень долго сейчас сидят и смотрят данный матч. При этом как бы не спали еще, да. Матч начался у нас все равно в 5.20. А причем тут мажор? Я не знаю, в чатике просто упомянули, причем тут мажор. А, что со звуком? А, что со звуком? Что не так? А, а все, я понял. Да, спасибо большое. У меня почему-то сбросились настройки микрофона. Очень интересно, почему. Звук некачественный сейчас лучше стало. Спасибо большое, что отметили. Мы в перерыве у нас настройки сбились. Это же отбор. Это не... это не на мажор! Мужики, это не на мажор. Мажор были днем. Мажор были днем, а сейчас идут квалификации, вот эти квалификации, они идут среди Северной и Южной Америки на турнир под названием Intel Extreme Master Spring 2023, который пройдет в Бразилии. Еще раз напоминаю, он придет в апреле. В апреле это не мажор. Боже, ребятки, я, конечно, понимаю, что большим количеством квалификаций, которые там сейчас идет, там, да, идет квалификация на мейджор. Днем шли, да, в Европе у нас липом, как раз вторая квалификация сегодня, завтра будет уже закрыта типа, по-моему, квал идти или продолжаться просто они там до восьми команд, которые останутся. Комментатор, я уже все лучше, я лучше знаю, просто не нужно. В смысле не нужно? А? Нет, так, давайте. Нас будут убеждать в том, что это мажор-квалы идут? Ладно, окей. Вопросов не знаю вообще. Окей. Фэнк у нас забирает флопи. Флоппи. И в итоге у нас ситуация 3 в 2. комплекте у нас в итоге в большинстве остаются. Два места осталось на М бразил Да, Северная и Южная Америка. Все остальные квалификации отыграли. Европа у нас вот буквально недавно доигрывала. Там на вместе с BIG вышли. Ну а Азия это, конечно же, HC, которые играли еще в конце января. Подписчики. Подписчики всегда правы, да это правда. Эксит. Ждет выхода. Ох, принимает первого. Ух, какой отличный зажим получается по двоим. И Грим остается последним. 16 секунд. Ну что, Грим вывозит этот раунд или нет? Нет, он не вывозит. Экси делает трипл килл. Находясь в плунте и Мибра выигрывает этот раунд. Да, конечно, комплексти взяли сейчас вектор атаки не самый лучший. Пошли бы на Б, вышли бы в чистый плен, зашли на А, взорвались на укрепление двух оставшихся игроков. Там да, мем, конечно, происходит. Это просто нечто. Ну, ладно, комплексы у нас продолжают закупаться, вообще, жесть, что происходит, они вообще не готовы сдаваться, они, по-моему, не одиного еще раунда, да, просто с пистолетами отыграли, они закупаются, там, форсят, что-то делают, и инсцене у нас в это время забирает грима, это уже первый энтрифраг, Мибра в итоге у нас пока очень четко рассыпают. Здесь атаку. По крайней мере, начало атаки от комплексити. Лопи, GT, Fankel все еще в запасе. Уколов есть. Ну и выход у нас идет под. Ага. -а -а -а. а -а -а. Ну, ребра. Тут, правда, в нычке находится хейни. Инсенни тоже великолепно отыгрывает с длинного. И это раунд для. Мико. Ну, ладно. <laughs> ладно, человек убеждает, что это мажор Ребят, пускай для человека будет мажор Боже, какие хорошие хаешки Все, пистолеты пошли Две хаешки практически закончили раунд сразу же Но для этого приходится все-таки до конца у нас ей не здесь дожимать Квадрокил для него, фраг еще для инцени И это 6-2 в пользу Миба. Хорошие хаешки были использованы В мид ну все, теперь хотя бы один пистолет на раунд сыграли, теперь будут девайсы у комплексити нормальные с гранатами и давайте посмотрим, будет ли они снова рваться на перекор. У меня такое ощущение, что Комплексити готовы этот матч просто закончить. Не забываем то, что этот матч не на вылет, команда играет на выход финал, гранд-финал за слот как раз на Ембразил и при всем при этом. Получается, что команда, проигравшая, она попадает э, в финал нижней сетки, где как раз будет еще иметь возможность также пройти в гранд-финал. Но, правда, для этого придется подождать оппонента уже завтра. Играть матч. 4 в 4. Ситуация идет. Залетает у нас пока что смоки. Смоки перекрывают нас, как видим, хелпу. На дереве в итоге эксит пока что у нас отсиживается, но он один. И б плен как видим, совсем не укреплен. Зажим, правда, идет хороший. Эксит вообще очень неплохо контролирует спрей. И в смоке успевает забрать фэнга. Также еще и хелзерка нагрел. Ну и теперь я думаю, что когда игроки мибор у нас остаются в меньшинстве, я думаю, в комплекте все-таки появится желание. Появится желание провести эту атаку. У Мибер, прошу не Провести атаку в плане выбивания. Дефьюз киты, как мы видим, имеются. Один, один игрок есть. Ой, как же тут игроки расплитались неудачно. И как-то <свечес -кодъл> не пошло дело. По минусу дали, но потом быстренько вдвоем отлетели. Остались 2 в 2. Ситуация, которую, опять же, с плитом а, пытаются выиграть у нас игроки Complexity. Хени успевает ли раздефьюзить бомбу? Время. Успевает ли? Секунда. Он успел. Обалдеть. Мибор выигрывает этот раунд. Хотя, опять же, казалось, что все для них здесь закрыто и закончено. прям на последних таймингах. Хени выигрывает. Железобетонно садится на дефьюз. И дефьюз киты, как мы видим, очень даже тут пригодились в такие ситуации. 7-2 у нас счет пользу Мибор. Комплексти что-то вообще не тут, походу. В каждом раунде дым прострелы, но они вполне ожидаемые прострелы. То есть Five Seven, когда забирал Exit у нас в банане, это просто попытка там проверить пуже, да, и там, по-моему, была информация. Терпу у нас открывается, кстати, по Хелзерку, боже мой. Здесь, похоже, раунд на восстановление экономики идет, да, но как-то мы видим, что здесь, похоже, экономику восстанавливать, конечно, здорово. Тут раунды надо брать. У нас еще забирают флопи, быстренько рассыпались, потеряли только одного инцени. И Грим остался последним против четверых. Да, Хенни еще сносит грима. Ну, слушайте, Мибор, по-моему, вообще очень серьезно подготовлены. Могли бы калаши купить, но они выравнивают экономику якобы для себя. И вот вы видите, что сейчас у них уже достаточно денег. Плюс у них там сейчас будут лос-бонусы. Если будет с лосбонусами все хорошо, то можно будет еще в следующий раунд там попытаться поиграть. Лосбонус 3400 уже максимальный. Ну, конечно, после, такого, после такой серии поражений Ну, в общем, у нас э, снайперская винтовка от Хени пока контролирует. Ситуация на банане немножко. Теперь начинается ротация. Быстренько, как мы видим, пошумели под Б. И Тертул в это время у нас, кажется, имеет информацию по окну. Да, более рум он будет контролировать далее. Тертул у нас в итоге отбрасывает хаешки. Есть флешки. И просто тянут время. Да, mm комплексити, -hmm. похоже, сегодня на Инферно не слишком готовы <laughs> Ну, на первом Инферно против Тикей тоже был, были заметны некоторые раунды И вообще, кстати, если бы все-таки более внимательно смотреть на первый матч И проводить аналогии <как> Все же раунды, которые комплексити проигрывали против Тикей были настолько элементарными временами Что думается, что сегодня комплексити Просто не с той ноги встали И совсем не очень себя чувствуют вот. И как мы видим и тут Пока комплексити Возможно как команда фаворит Здесь тоже таким фаворитом не выглядит Лучше чем против мибор скажи а, Мибор просто могли лучше подготовиться Опять же, к этому турниру, к этим квалификациям. Вполне возможность, что сегодня просто игра идет. Против Пейнов разыгрались э, по-хорошему, а комплекте сегодня против Атикей э, выглядели не лучшим образом. И, и поэтому, возможно, немножко потеряли в себе уверенность и силы. У нас, кстати, фэнга остается сейчас давить. Фэнг в итоге еще бы после таймера сейчас не умер, но он после таймера и не погибает. Оставляет за собой, как мы видим. Все-таки калаш. И это девятый раунд для Мибор. Вот. Ну а насчет так, как там комплекте играют против 1 команд и играют сейчас против MIPROF, ну я не знаю. Опять же, ребят, это разные матчи, разные игры, разные турниры, ланы, онлайн и все такое. Плюс, если не ошибаюсь, комплексе там еще где-то в Европе, у них, по-моему, пинг был чуть больше, хотя, если так посмотреть, вроде бы и не особо. Ну... залил. На кого ты залил в чатике? Даже не знаю. Если ты залил на комплексе, то, как мы видим, это не лучший выбор. Но опять же, я, находясь на вашем месте, я даже с самого начала говорил, что для меня комплексы были фаворитом. Я бы сделал, наверное, то же самое. Может быть, задумался бы еще после матча Тикейн на всякий случай, посмотрел бы до конца именно матч Мибор с Пейнами и все же недооценивал бы Мибор. Тогда бы мнение было бы, возможно, немножко другим. Ну а так, конечно же, выбор комплекте был, знаете, чуть ли не самым очевидным в самом начале матча. Мибор uh, комплекте, прошу прощения, немножко плавится башка uh, в такое время. Перед матчем комплексы были явным выбором для всех. А сейчас уже, конечно, Совсем другая история. Но ничего не поделаешь. Время-время. У нас, кстати, Молик бросается на короткий. Тертл ливает в пески, играет в песках в смоках. Тут же у нас Инсейни великолепно принимает первого, второго фэнк проходит все-таки тертла. Дальше у нас остается фэнк и флоппи. Ну, атака опять не идет. Флешка под себя. Интересненькая. Смок падает. Пытается из этого смока Флопи сразу поймать игрока защиты. Чтобы вдруг, если бы тот вышел, да, то можно было по нему неплохо нашить. Но пока, как мы видим, ценим выходить из этого смока не намеревается. Ну, а тут в это время устанавливается бомба. Хени отправляется все-таки на короткий. И будут играть в ретейк Мибор. В принципе, по позициям Uh, по комплексе, я думаю, все должно быть ясно. У нас и так уже сейчас летят гранаты. Хени первый смог залетает, как мы видим, в курилку. Брензан в итоге контролирует, в лопе минус Инсени, времени все меньше и меньше. Инсени с 3,5 полкилом отправился в следующий раунд. Теперь нужно остальным справляться. Брензан великолепно справляется, Фэнга тоже, как мы видим, обнаружили, бомбу дефьюзит, Это 10-й раунд для Мибор. Блин, ребят, 10-2. 10-2 на пике комплексити, Похоже, Мибор это новая фурия. Да, стабильностью, конечно, комплексе не выделяются. Несмотря на то, что это команда топ 10 да, ну, реально, стабильность э, страдает, очень серьезно страдает. Так, ну, девайсы появились в новом комплексе. Давайте посмотрим этот раунд. Я просто хочу увидеть какую-то идею. Ну, вот идея сейчас такова, занять банан. Тут, правда, полетит гранаты. Гримм в этот раз сыграл. Сделали большинство комплексити, неужели? Сработали хоть какое-то преимущество, уже неплохо. Теперь остается только это преимущество реализовать и не сесть в лужу. С таким раундом. Так, смоки полетели, будет молик. Выйти просто так не получится. В итоге атака, да, тушит этот молик. Все в смоках, весь этот выход. Инсейни на кафеле, как мы видим, замечает игрока. Пока что справиться с ними получается, разбирается. Как насчет еще смоки пострелять? Команда подтягивается. И есть также люркер, который отправляется у нас через банан. Проходить. Надо ставить бомбу. Немножко прогнали за гробами, перед гробами. А, ставят бомбу. В итоге у нас Хени с АВП высматривает позиции в пункте. цене не подходит. Все же очень равномерные и плавные игроки пытаются здесь сейчас играть. Ну, позиции не самые обычные. Кстати, насчет правой все-таки ожидал. Холзерк, интересно, в прыжке, в падении ставит голову Инсейни. Остается ситуация 2 в 3. Но такое, в принципе, комплексе должны тащить. Странно было бы, чтобы они не потащили. Снайперская винтовка у Хени остается. Минус он не дает. И это раунд наконец-то для комплексти. Боже мой, ну, нужно было всего лишь. -то, да, всего лишь-то чуть-чуть э -э, колом постараться, для того, чтобы раунд взять. Ну, это все раунд 10-3. То есть они первую половину проиграли ну, пока еще не в салат. 4 раунда минимум психологический минимум классический, да, 5 раундов будет совсем неплохо, где можно будет переиграть, когда-то Инферно вообще игралось, по-моему, постоянно, что-то чуть ли не по 30 раундов, да, самая долгая карта, там чаще именно всякие допы выходили. Так что, может быть, и здесь это произойдет, да, в комплекте просто не очень удобно себя чувствует в матче против Мибор за атаку, в защите будет проще. Ну, Хенни, как видим, здесь с GT справляется. Как бы первый фраг с АВП заработали. И теперь играем дальше. Ну, а Тертл справляется с флопе. Как-то с одним раундом комплекте, конечно, а -а, сыгрались. Дальше пока не идет. Эксит. Контроль Б-плента. Брензан, если что, здесь контролится. Да, сидит просто-напросто, ожидает. Боже, куда бегут комплексти, Что происходит? -а -а, найдет ли СВП фраг? Под флешку выбра выходит и делает еще один минус Брензан. Это трипл полкил для него. Отличный прием б Просто в смог выходит, втыкаются в Брензан, и Брензан втыкается в них. Страсть, искра, любовь и, и все такое. Трипл килл 11-3. Да уж. Ну что, последний раунд первой половины. Смог ли комплексе выйти на тот самый психологический четвертый раунд? Чтобы можно было начать камбэк, хотя у комплексе с пистолетками проблемы большие. Так что с очень важной пистолеткой во второй половине, если не пойдет, то вообще будет печаль. Бойлер. Бойлер, ребра. Все, это выход. Мибор. Тут, кстати, будет подсадка под смог. Да, но тут, кстати, единственная проблема... Ой-ой-ой. Ш... Боже, а, а комплексите можно уже отдыхать сегодня? Потому что что это было? А... Не, я... Я просто не вижу, что у комплексе что-то получается. У них ничего не получается вот комплекте, которые сегодня начинали игровой день, да, были не очень, да, были косячные времена, проваливали пистолетки, плохо. Но то, что происходит сейчас, это вообще ни в какое сравнение, конечно, с теми колами, которых ожидали увидеть в этом матче, нет. При том, что, блин, ну, вспомнить чат в начале этой серии, когда они говорили, что, ну, Мибор явно получше будут эти кей, и здесь будут три карты комплекте, очень неплохо будет выглядеть. Ну, вот, что мы из этого видим. Ну, ребят, для того, чтобы более так сказать, быстро следить за матчем, отключая режим спойлеров вместе с CoverGG в описании. И не забываем, что Иногда статистика показывает много интересных фактов. Возможно, бы она предсказала даже то, что сейчас происходит в матче Mibor Complexity. Так что заходите на кавер GG, смотрите статистику и пользуйтесь ею для своей аналитики. Так, вроде бы все готовы. Теперь остается только админ дождаться. Команды, в принципе, сильно ждать долго не будет. Я понимаю. Для них тоже уже получается матч идет... Ну, они играют 7 часов. Да, 7 часов. И как комплей вообще проигрывает, камбэк будет? Ну, ждем, ждем. Пистолетный раунд очень важен для комплекта сейчас. Обычно камбэки хорошо получаются именно с пистолетных раундов. Одну минуту у нас, кстати, пишет админ. Ладно, давайте честно. Давайте честно. Вот кто ожидал такого, что Мибор будут укатывать комплексити, ну или по крайней мере победят? Чатик. Я не ожидал. Я говорил, у меня спрашивали, я все-таки мыслил в пользу комплексити. Но то, что я сейчас вижу, это, 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 это жесть. Я не ожидал, но фейлпет поставил на мибор. Но после катается это странно. Но я думал, размен пиками 2-1 комплы, я залил... 19 на Миберка 3. чатики, зачем показывать такую игру? Фэнк ожидал. Фэнк 6.0.12. Да вообще показатели комплексити за первую половину очень сильно страдают. Не, ну, красавчики, красавчики. Те, кто... Понимаете, как бы Мибер дарят красивую историю, а комплексити дарят плохую историю. <с� Samsny> вообще. Такую мемную, на самом деле, Мибор дарят бабки, ребята, принимайте. Тут задержка 5 раундов, да, блин, не знаю, честно говоря. Мы играем, мы смотрим через Гоу ТВ, которую нам дали организаторы. Поэтому, как бы, сколько раундов задержки есть? Ну, если без задержки смотреть, то может, посмотреть на кавер GG. Еще раз напоминаю об этом. Пистолетный раунд идет. Опять же, стати статистика говорит о том, что пистолеты в комплекте фиговые. По первому матчу тоже это, кстати, можно было отметить. А, то, что Мибрах заряжен, это правда. То есть сначала был Рио Мейджор, на который все хотели попасть из бразильских команд. Там прям э, слезы были, когда у команд не получалось. И то, что сейчас мы видим, как бы... Что команды тоже хотят поиграть в турнир э, в Бразилии. Опять же, непонятно, где именно в Бразилии, да. Мне кажется, почему-то снова, что снова в Рио будет. Может, конечно, и другом месте какой-то определят. Но Рио, скорее, самый ожидаемый вариант. Но, кстати, Грим. Два минуса дает. Неплохо. Брынзана тоже забрали. И опа. Тертл и Хенни, кстати, у нас забирает Хелзерка и Флоппи. То есть у вас Гримм дает дабл-килл. А, плюс ко всему Флоппи делает фраг. Остается Хенни и Тертл Вдвоем против троих. А, так, в смоки тут, слава богу, уже не пошло, не повезло. Гримм заходит. Его просто в два дула распачали И все. А что? Аж gt один с хп? Ой комплексити. Не, это, это не комплексити, это что-то другое. Ребят, это что-то другое. Это я не понимаю. Как можно... Ну, я, я знаю, что пистолетки плохие в комплексе. Ну, 2 в 5. 2 в 5. Все один просто на... на ну, ну, в него, типа, не знаю, вздунь он упадет. Да. Слушайте, ну достойный матч на 7 утра. Там пол, на пол восьмого даже. Не, мне кажется, комплекте реально. Они, они, у них очень плохое состояние сейчас. Может быть, они физически себя плохо чувствуют. Может быть, усталость. Может быть, нет мотивации. Отсутствие мотивации. Может быть, отсутствие тренировок. Расслабились, может быть, против, после готовиться. Я не знаю, ну... Вариантов просто очень много, и знаете, турик для комплекции вот, вот этот, может быть, хоть и там квала, ну, типа, Бразилию съездить, там, да, может быть, они сильно хотят. Я не знаю. Тут столько-так много вариантов, что как бы я бы не хотел на самом деле всех о них думать. Просто такое ощущение, что сегодня имборы сильнее. Так. А -а -а Инсени в это время забирает холзерка. Так, Брынзан, Хаешка. Но в любом случае, конечно, на пике оппонента на Нубисе очень хорошо смотрелись э, комп... Ну, по сравнению с тем, что мы видим, очень хорошо смотрелись в комплекте. 4 в 4 ситуация. Очень каленые игроки комплекте остались. Здесь, правда, как мы видим, Бэплэнд сразу же был переквалифицирован в А. Фэнк с 5-7 пытается принять голову в, э, из Пэлоса. Из ковров. Ну да, тут, как мы видим, патроны заканчиваются. его сейчас можно запушить. Там Эксид уже своего тиммейта кладет. Эксит забирает также Фэнга GT. И остается ситуация 2 в 1. Последний грим, который сейчас идет через короткий. У него 6 хп. И похоже на то, что у него... И у его команды не будет денег. С 6 хп он попытается вытянуть раунд против двоих. Против Хени и Тертла. Так, все, услышали. Нет, дружище, без шансов. Хенни закрывает грима. И ситуация 14-3. Денег нет, комплексити форсились. И сейчас очень такой сложный выбор. Да? 15-3 и играем. Или все-таки пытаемся камбэкать прямо сейчас. Не, мне кажется, это, это ГГ. Мне кажется, что это ГГ. С таким перформансом, конечно же. Так, Хеня. Бежит первый, бросается хаешка. Да, тут у нас, как мы видим, стакнули Б-плент, составили гранаты, убежали. А нормально там гриму насмочили? Он там сейчас запарит, запарит весь плент. Четыре смока. Сейчас по одному будет бросать. Тупо оставили чуваку расслабиться немножко. Смотрите, еще один смог. Надо еще один. <свист> это точно их пик? Это пик комплексти, да. <свист> Блин, это пик комплексти, кошмар. Так, ладно, смоки еще дальше идут. Грим как бы имеет еще один смок, 5-7, видит... Да, ладно. Щель была, но всплыла по-быстрому. Грима в итоге прошли. Вся идея с смоками э, пошла к черту. Остаются пистолеты. Хенни справляется с еще одним. Также есть минус по GT. Остаются два игрока. Все не в КТ. И тут можно просто вставать под раздачу. Так, ну Инсейни отбрасывает смог. Забирает смог в флопе. Ну что, в тир поиграем еще против Фэнга? Нет, Фэнг все-таки... Ага. Не, ну ребят, ну это какой-то фан происходит сейчас. Я не знаю, что это. Типа, ну он с П-250 побежал в спину, взорвался от бомбы. 15-3. Просто цирк. Просто цирк. Uh, у меня даже просто уже нет сил эмоций на это смотреть Не, ну, понимаем, браво Вот знаете, вот что именно хочу сказать Браво, Мибор, боже, красавчики То есть, переиграли Пейн Где-то им уступали немножечко Но все же не довели дело там до поражения Забрали, забрали серию за счетом 2-0 uh, Там еще старт был отложен Очень неприятно, по-моему, что-то около 40 минут была пауза Какая-то технического характера или что-то подобное uh, вот, сдержался матч, им нужно было играть этот матч буквально спустя, там, 20-30 минут после окончания своего. А, комплексы, там, если что, смотрели, как Мибор играют, мне кажется, были достаточно расслаблены, такие сыграли против АТК, конечно, не самый простой матч, 16-13, 16-14, по-моему, да, у нас там матч был. Вот, допы так и не получилось довести. Вот, но, приходя в матч с Мибор, они просто выглядят как... М М Мальчик для бития Такое ощущение Ощущение На ситуация 4 в 3 мибо уже очень быстренько прошли Флоппи и Фэнга Зашли на а Начинается ротация с Б-плента Трое здесь Свапаются девайсы Да, потому что АВП все-таки для GT С uh, 12 хп будет, наверное, более Перспективно, что хелзеркс может пострелять уже С кольта. И пошел заход Ретейк плента uh, происходит. Грим делает первый минус. Правда, экси брензан и еще раз. Экси делает у нас по минусу. И счет 16-3. У нас заканчивается вторая карта. И заканчивается эта серия со счетом 2-0. Мибор первые финалисты данной квалификации будут играть в гранд-финале против uh, команды, которая пройдет к ним еще из нижней сетки. Это могут быть комплекси, это могут быть Payne, это могут быть также ATK Сейчас посмотрим, кстати, как там у ТК с пейнами дела. Но пейны вроде как 19-16 выкатили.